Сергеем Куницей глава региона обсудил творческие планы, а также дальнейшее развитие драмтеатра. Из краевой казны выделили деньги для капитального ремонта здания и современного оснащения. Однако этого недостаточно, считает Александр Ткачев. Драмтеатр сегодня нуждается и в обновлении репертуара. Но прежде всего в хорошем руководителе, который станет авторитетом для труппы и сможет найти новые нестандартные решения в творческой работе. Губернатор выразил надежду, что справиться с этой миссией Сергею Куницей поможет его колоссальный опыт работы. Ведь имя режиссера известно не только в России, но и за ее пределами. Его спектакли идут на сценах Сиднея, Сингапура, Испании, Франции и Германии. Вы достаточно профессиональный человек, уже с именем, состоявшийся. И я очень надеюсь, что вас и труппа примет как родного человека. И мы за ближайшие месяцы, годы сможем мобилизовать наших артистов и создать новые произведения, спектакли. И порадовать наших зрителей, которые привыкли всегда видеть драмтеатр, его искусство на высоком уровне. Хотя объективно всегда надо признать, что последние годы все-таки мы держались за счет приезжающих артистов. И хотелось бы иметь свою труппу, свою домашнюю труппу, свои произведения, основанных на классике и не только. Хочу пожелать вам успехов и спасибо. Очень надеюсь, что о драме заговорят, наших артистов будут узнавать в лицо, будут ждать с нетерпением премьеры, новые спектакли. Огромное спасибо за приглашение. Самое главное, за большое-большое доверие. Краснодарский край, конечно, звучит на весь мир. Все знают Сочи, все знают Краснодар, все знают о традициях Кубани. У нас, опять же, и кубанский казачий хор, он роскошный. Роскошная филармония, роскошный музыкальный театр. Да, Григорович здесь, да, вы подарили ему, скажем так, второй дом после Большого театра. Мое желание, моя мечта, чтобы в драматическом театре было все самое-самое лучшее. Чтобы был лучший свет, чтобы был лучший звук, чтобы была лучшая сцена, самая лучшая труппа. Театр с большими, хорошими традициями, он достоин, чтобы дальше стать на такую ступень, чтобы дальше развиваться. Краснодарский театр драмы сегодня является одним из ведущих театров края. В этом году он отмечает свой 95-летний юбилей. Каждый сезон драму посещает более 115 тысяч зрителей, а в репертуаре порядка 35 спектаклей, в которых играют народные и заслуженные артисты Кубани и России. Недавно театр претерпел кадровые перемены. На смену директору Татьяне Кривошеевой в прошлом году пришел Таир Рагимов, возглавлявший ранее краевой театр «Кукол». Глава региона неоднократно встречался с труппой драмы, а также с артистами других краснодарских театров. Вместе они обсуждали перспективы развития искусства. Краевые власти сегодня уделяют немало внимания ремонту зданий дворцов культуры, театров и концертных залов, а также их техническому переоснащению. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ.